Всем привет. Почему, вопрос вот такой, почему с возрастом, когда тебе за 30 лет, за 40 лет, за 45 лет, и человек в какой-то в определенный момент начинает задумываться над жизнью, что большая часть жизни, допустим, грубо говоря, либо половина жизни, да, там прожита, и он начинает задумываться, он начинает осмысливать всю свою сущность, для чего он вообще живет, и что впереди, нету ничего какого-то будущего. Впереди есть только смерть, которая в любом случае неизбежна. И почему приходят вот эти мысли, как с ними бороться, вот, как, чтобы не думать о них, как избежать вот этих состояний. То есть это здоровая или нездоровая тема.